Камера, камера, мотор, поехали. Трет очень классная собака. Это супер-мега-пёс. Это все сказано. Сказать, что Трет действительно очень потрясающая собака, очень крутой пес. Действительно круто, что он вместе с нами тренируется, что вообще он двигается очень круто, делает такие вещи, которые даже люди некоторые не могут делать и просто даже не задумываются о том, что они это могут. А собака может, это действительно круто. Я хочу ему пожелать действительно здоровья большого, чтобы он также занимался, продолжал заниматься этим делом, это очень круто. Собака паркур. Мне как спросили, что такое собака паркур. Представляешь, как ты будешь убегать, если будет собаки, которые прыгают по забору? Ну, я ответил, это будет интересно, это будет действительно круто, да, это уже будет новый уровень, новое развитие какое-то. Действительно очень круто, классная собака. Мы очень сдружились, мы понимаем друг друга. Да. Я думаю, что это вообще потрясающая собака, потому что он очень добрый, умный. То есть ни разу я не видел, чтобы он кого-то кусал или проявлял агрессию. Он всегда понимает все, да. С ним очень приятно работать. Даже тренироваться, снимать видео. Я считаю, это очень здорово, что не только люди, но и животные могут перемещаться и делать это рационально. И здорово это все. Я никогда не думал, что собака такой породы может быть настолько добрая. Вот. И в жизни собачка прыгает гораздо лучше, чем вот на экране.